Новый телевизионный сезон, начиная программа «Ранюхонька», ранішній эфир станет больше ярким и насыщенным. По буднях творчая группа программы пропонует доведаться, что рыхтуют зорки каждому знаку зодиака, познакомиться с историчными датами и подеями Беларуси, убачить самые популярные интернет-ролики. До речи, телеглядачи Могилевской области познакомятся с житем інших регионов республики. Телерадиокомпания «Могилев» будет обмениваться материалами с коллегами из Бреста, Витебска, Гомеля и Гродно. Я считаю, что идея эта замечательная. В каждом регионе есть свое утреннее шоу, и обмениваться рубриками с коллегами – это идея и современная, и своевременная. Но у нас тоже есть все, что предложить. Это рубрика «Оцифровка». Самые интересные цифры, факты из разных сфер жизни. Ну, например, на фестивале «Барт-рыбалка» сварили самую большую в мире кашу – 4,5 тонны гречки с мясом. Так что всем приятного аппетита. Смотрите программу «Ранёхонька».